Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 26 апреля. И вот сегодня, когда много уже рассады я унесла в теплицу, мы немного рассредоточились, я нашла рассаду монгольского карлика и хочу показать, как выглядит монгольский карлик во взрослом состоянии. То есть рассада уже вот в фазе бутонизации, видите, вот они бутоны. То есть ее уже можно высаживать. Вполне взрослый монгольский карлик. Для сравнения я взяла другие растения, тоже в фазе бутонизации. Видите, вот бутончики уже... А, вот они. Бутончики вот они вылазят. У этого есть бутончики. А у этого вон там только-только-только показывается. Если поставить их все рядом... Видите, докуда монгольский карлик достает? Монгольский карлик, даже во взрослом состоянии, он выглядит тоже, опять же, как карлик, но у него толстенький такой стволик, у него очень развита корневая система, смотрите. Ну, вообще, и у этих тоже, вот видите, какие корешки, что здесь, они хотят или в больший стаканчик, в пол-литровый, что я сейчас, наверное, буду делать, какие останутся от высадки в теплице, или чтобы их высадили. Вот эти я специально, монгольский карлик, посадила пораньше, посеяла, чтобы несколько штук попробовать воткнуть в теплицу. Хотя многие говорят, что не надо их, они не подходят. Но вот одна зрительница мне прислала даже фото, что она выращивала в торцах теплицы монгольского карлика. Я хочу тоже попробовать. Вот этот уже готов к высадке. И сейчас, после того, как я там большие все великаны высажу, томаты посажу, хотя бы 2 или 3 монгольских карлика. Это просто в качестве эксперимента. Но хочу успокоить тех, кто пишет, что у нас вот совсем маленький, он совсем коротенький. Видите, он, наверное, таким и должен быть. Если он в описаниях пишется, что он 20 сантиметров всего вырастает и потом начинает расползаться по земле. Но тут сантиметров 10-12 уже есть. Значит, он почти взрослый. Но ясно, что сейчас зацветет, это уже взрослый. И если у кого-то монгольский карлик... Ну, действительно выглядит как карлик, то это нормально. Это соответствует и названию, и характеристикам сортовым. А остальные, конечно, выглядят немного по-другому. Вот хорошая рассада, она тоже уже начинает цветочную кисть выпускать. Вся вот эта рассада уже хочет, чтобы ее высадили. Сейчас буду стараться дать им всем постоянное место. Ну и карлику, конечно, тоже. Он тоже старался хорошо, столько корней выпустил. И уже зацветет скоро. Скоро карлик будет в теплице. Все, до свидания.